Короче, вот мои новые хорошие весенние сапожки. Не могу их надеть, мне всегда хочется надеть только кроссовки. Мне неудобно, это медленно. Походить куда-то. Нет. Ой, даже не деванный, не одеванный, ни разочку. Как же научить ходить в пальтишко, в шарфике и в сапожках? Да, надо было научиться. Я каждый день заставляю в 6 или в 7 утра одеваться в юбку, в рубашку, в колготки, в форме. Для школы надо. Ну вот, я надеваюсь. Ну как доходить? Я убралась на сумках. Сейчас уже 10:30, да, поздно. Убралась долго, размеренно, еще отвлекалась на смс-ки. Взяла себе в аппарате кофе, варик у меня. Иду домой пешком, так как смысла стоять на автобусной остановке нет. Деньги на такси тратить не кафе, потратить на кофе. Ну, вот, мне идти где-то 4.5 километра, может 5. Или может больше 5. Слушаю музычку. Хорошо, нормально, люблю так делать. Все, пошло. Смотрите, до чего красивая березка. Очень красиво здесь прохожу каждый раз. Удивляюсь, и вот рябиночка. Там настоящая Россия. Россия. Короче, решили с Сашей пойти на квартиру, уже там, тут не ночевали где-то неделю мы. Саша Беззубик. Пришли, а тут света нет, мы по лестнице поднимались. Так у меня еще 9% зарядка, я фонарик включила, он начал эту зарядку вот так высасывать. Пришли, хоть ноутбук включили. Фильм смотреть уже на ноутбуке, можно который у меня включить? Был. Да, включай, это Ведьмак мультик. Так, первая часть? Нет, тут одна всего лишь часть. И слава богу, просто минуту назад включили свет. Это просто немыслимо, потому что я уже расстроилась, господи, мы шли так долго пешком. Дождь был. И по лестнице поднимались. Короче, целое испытание. Вот мы полчаса сидели без света. Мама пообещала, что завтра, даже если будет свет, спустимся по лестнице. Да, она боится застрять в лифте. Хорошо, что мы на него я не боюсь, сели. Я боюсь, что если выключится свет, а мы будем стоять в лифте. Да. Так, что-то какая-то ошибка с этим фильмом. Короче, когда мы подошли, света не было. Мы стояли где-то 3 минуты, я уже разозлилась, думала на такси ехать в дождь с детским креслом за бешеные деньги домой. На минуту, а потом выключили. Его включили, мы обрадовались, начали идти, и я такая, блин, наверное, на лифте не надо. И как хорошо, что мы его не вызвали и в него не сели, потому что буквально через минуту-две снова вся зарядка, фу, зарядка, господи. Свет вырубили, прикиньте, мы бы в лифте застряли, кошмар какой-то. Короче, только что включили свет, слава тебе, господи. Серьезно. Как хорошо жить в цивилизации. Лифты плохие. Нет. Да. Видите, что Саша сделала? Смотри, не помню. Это кто, Саша? Это Зося. Зося наша собачка, которая живет тут во дворе. Там ее видно. Даже ушки сделала. Вот еще и кошка наша, Лорочка. Лорочка короткая, то есть низкая, как надо, но хвост длиннее. Угу, отлично. Как бы не упасть. Сейчас покажу. Вон она что. Сейчас мы встанем на тот угол. И спрыгнем с него. Этого сюда и пришла. Кайф покушать в Макдональдс.
А Мак-завтрак закончился. Мой любимый Мак-завтрак. Ой, сидела я здесь когда-то, когда была малолеткой. Всем привет, Рустов! Здесь все! Стас, Дюша Метелкин, еще кто-то, не помню, Никита. Куст тут мешает. Туда мне надо. В ту сторону. Ой, так, пошлите пешочком до центрального рынка. Вот она, лестница. Пошлите. Эх! Господи, божечки мои! Что-то не пропирается. Вот, я здесь. Всем привет, дорогие мои друзья. Мы идем у какой-то там, не знаю. Блин, как это она называется? А вот там я была. А это все-таки мусор стоит. А, лежит. Ну там мусор. Привет! Сегодня день моего рождения. Сейчас еще нету 8 утра. Я надеюсь, что этот день для меня будет счастливый, несмотря ни на что. Пусть будет так. Будет так. Я немножко опухшая после наращивания ресниц. Как-то глаза болят. Мне кажется, они такие... Липкие. А, блядь. Брови шикарные. Так что вот так. Влог про свой день рождения будет следующий. Вот. Поэтому я еще покажу там готовку, может быть. Или нет. Все. На этом этот влог заканчивается. Спасибо за просмотр. А следующий уже будет день рождения. Так что держите кулачки, чтобы все было хорошо у меня. Пожалуйста. Спасибо.